Ночи. Москву. Сегодня 3 апреля. 1:30. У нас запланированная ночная прогулка. Мы вышли и поняли, что Москву неожиданно посетила зима. Да, да, тоже. Вот. Вот такой маленький красивый ролик. Такие кустики. Пушистые, снегом. И такой-то тоже. Ну, наверное, к концу прогулки мы будем примерно выглядеть так, как кустики. Сантиметров 10 минимум, наверное, выпало. Сейчас мы еще дойдем до площадки. И там поснимаем. И там поснимаем происходящее. Всем доброй ночи. Ну вот. Мы добрались до своей огромной площадки. Тут, конечно, капец какой. Тут точно царит зима. И это 3 апреля. Прямо как в сказке. Есть один проект закона, как поправить календарь. Например, берем апрель. В нем примерно 5 недель. И назвав его декабрь, попадаем прямо в цель. Вот в этом году, похоже, проект закона, как поправить календарь погоды, сработал. Прямо, по крайней мере, в отдельно взятой Москве. По всей Москве снег. Хорошо, что завтра еще воскресенье. Коммунальные службы все расчистят, а мы пока идем на место своей временной дислокации. Пока ваш и мой любимый Татоша нагуляется. А это делается вот так. Раз, два, три, четыре, пять. И все. Опа, не улетай. Так, Татоша, иди сюда. Все. Так что вот такая панорамка. Надеюсь, папа правильно выбрал направление ветра, чтобы не задувало. Все, всем доброй ночи. Пока. Всех с 3 апреля. Вернулись домой с прогулки. Только что отряхнулся. А так вот немножко машины припорошено. Будем отсыпаться. Пока.